социальной помощи населению, образовании и развитии городской инфраструктуры. Депутат Московской областной думы Михаил Раев предоставил отчет о проделанной работе за 2021 год. Так, депутатами принят закон о дополнительных мерах поддержки врачей. Для подмосковных медиков предусмотрена ежемесячная выплата на оплату арендованного жилья, которая составляет 20 тысяч рублей в месяц. Также врачи могут взять ипотеку на особых условиях или получить земельный участок. Такие меры направлены на создание достойных условий труда медработников и обеспечение дополнительными специалистами подмосковных поликлиник и больниц, в том числе в Химках. За последние два года в регионе построено 60 школ и 39 садов. Это большие объемы, но их пока недостаточно. Поэтому строительство школ и создание садов уделяется большое внимание со стороны местных властей, депутатов Московской областной думы, правительства области и лично губернатором. Больше всего в Химках ждали школу в ЖК «Солнечная система». Около 1000 учеников были вынуждены ездить на учебу в соседние микрорайоны. Данная проблема была решена при участии средств областного бюджета после вмешательства региональных властей и лично главы региона. Школа была открыта в сентябре 2021 года. Сейчас это одно из самых современных и оснащенных учебных заведений в Химках. На встрече с населением также присутствовал депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов, который представляет жителей микрорайона Сходня Ферсановка в муниципальном совете. Такие встречи важны и нужны. Депутаты на регулярной основе отчитываются перед жителями о проделанной работе. Жители имеют возможность задать интересующие их вопросы, получить ответы, обозначить проблемы, которые их волнуют. Соответственно, депутат видит чаяния людей и принимает меры для решения этих проблем. Для эффективного развития Химок различные вопросы решаются депутатами совместно. В частности, в заседаниях Совета депутатов округа участвуют депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Госдумы Ирина Роднина. Это позволяет народным избранникам постоянно быть в курсе самых актуальных задач и вместе обсуждать их, принимать совместные решения и представлять интересы химчан на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Первый отчет Михаила Раева прошел в микрорайоне Сходняя Ферсановка. Встреча прошла очень активно. Жители городского округа задали много вопросов депутатам. За вас голосовали, мы вам доверяем. Решите этот вопрос с транспортом. Также горожане предложили свои идеи по улучшению Химок, в том числе в сфере благоустройства микрорайона, организации развития дорожной сети, транспортного обслуживания отдаленных улиц, ЖКХ и многим другим.